Константин Иванов, город Новосибирск. Нанизывание строк – болезнь графомана, но входит в рифму бог словесного тумана, разрыв и сноп лучей, как будто звук «Россия». И спасены у семьи всей нищеты моей. Как немощный факир перед чумой грядущей, я заклинаю мир. Меня на плаху ждущий растет и веселит свободы ожерелье. То чудеса творит высокое безделье. Глаз не сомкнуть. Глаз не сомкнуть. Не видеть снов на раскалившейся подушке. Толкучка пестрых голосов во мне, как в замкнутой психушке. А пред рассветом мир высок, и счет таинственной кукушки.